Идея совместного строительства пояса и пути зародилась в Китае, но ее достижения принадлежат всему миру. Об этом заявил председатель КНР на форуме в Пекине. По мнению Си Цзиньпина, своим примером Китай открывает путь к модернизации для развивающихся стран. Казахстанский экономист Рахим Ашакбаев объяснил, как сопряжение программы стратегии разных стран поможет достичь всеобщего развития. Выступление господина Си Цзиньпина, на мой взгляд, очень показательно и отражает вот ту достаточно уникальный месседж, уникальную идеологему, которую Китайская Народная Республика сейчас предлагает глобальному мировому сообществу. «Один пояс, один путь» сразу продвигалась как очень большая инклюзивная инициатива с возможностью процветания для всех. Не только решение каких-то стратегических, геополитических, геоэкономических, транспортно-логистических задач КНР, а именно как пространство, в котором все будут развиваться. В свое время Великий Шелковый Путь стал импульсом к развитию всего человечества. Сегодня эксперты из стран-участниц отмечают, что теперь в этом качестве выступает инициатива «Один пояс, один путь». Результаты проекта заметны не только в торговле, но также в науке и культуре. И это удачный исторический момент не только для Китая, но и для всего человечества.